Всем привет, дорогие друзья, с вами Рамзес. Сегодня будем играть на таком замечательном зомби-сервере, называется Going Zombie KSO. Я тут админ плюс VIP, как вы знаете, и супер админ. Тут добавилась эта штука. VIP, каждый раунд VIP дается по 100 паков, да. То есть, минимум за карту 15 раундов, да? Если не считая некоторые... каждую карту вроде. А не, раунд, да. Каждый раунд вам дается 100 баков, так что покупаем випки. Скайп главного админа, IP, группа серверов будет под описанием, заходите, подписывайтесь на группу и следите новых новостей от групп, от сервера, так что, да. Вот, как видите, у випа такой урон, вот такой, бешеный. Так, возьмем мы главный инфинити, и возьмем, не знаю даже какое оружие взять, ПКМ давайте возьмем, для интереса. И всех порубим на куски. Убиваем всех. Хедшот такой еще звук. Так, берем базуку. И на всякий случай хп, да? Так. Главное, чтобы у меня патроны не кончились. Вовремя кончатся они иногда. Так, хедшот. Второго замочили. Так, за мной кто-то гонится. Мало хп. Давай, жирненько. Так, давайте лучше живых мочить, а то так неинтересно АФКшнику мочить просто так. Так, убили. Ладно, АФКшнику большего выхода нет. Кроме АФКшнику. Так, ты хотел сзади, да, крыса сраная? Не кусайся. Я пошутил. ХЗ, куда я сейчас стреляю? Так, теперь нормально настроил. Так, убиваем, просто убиваем. Это выпуск такой. Это второй выпуск за день, так что ставим лайки. Не забываем подписаться на мой канал. Так. Ой-ой-ой. Ах, ты жирная тварь. Так, это будет. Да, моим. Этот жиробасик тоже моим будет. Да, так, уже 14 убил. Видите, уже 8000 паков я собрал. Так, этот жаробас уже охренел. Ладно, не буду там огорчать кого-то там. Так, мало человек, потому что я ночью с ним. Мой взяли, ладно. Так, я сейчас снимаю ночью. Так, я вообще все серии снимаю ночью, не знаю почему. Да, убил. Так, ведьму давайте замочим. 3 раунда сыграем нормально, вроде. Так, убили. Так, 17 уже к одному. 8000 паков. Давайте наберем 9000 паков и так и закончим раунд. А если я наберу только... Ладно, наберем 9000 паков, потом закончим. Так, у меня есть это, как всегда, вот это. Так. Есть еще у меня граб, но на админов давай. Кожу просто на этом. На простом человеке, вот. Вот, просто могу вот так белым грабом взять и все. Вот еще будет написано, вы взяли грабом игрока там и его ник. Так. Что-то у меня живот болит. Так, убил. А нет, не накопим 9000 паков, потому что мало человек. Ну, где-то 3 раунда сыграем, норм. Вот у меня вопрос, где люди? Ой, где нормальные? Что-то онлайн так быстро пропал, когда я зашел. Может взять выжившего? Ну ладно. Потом возьму. Там бесенок. Вот, видите, вот 100 паков. Если не верите, остановите на этой минуте. И перемотайте чуть-чуть назад. Увидите. Кто зомби и где он? А, первый зомби не видим. Вот Акалонг. Давайте возьмем даже Акалонг. Чужой взяли. Хотя у меня много паков. А, вот, уже заражение пошло.
А я и не долетел. Заходите на сервер. Буду вам давать оружие по возможности, если я вообще часто буду заходить. Чего вы там срётесь, а? Заходите сюда. Просто убивайте зомби, все готово тут. 22 к нулям. Ой, к одному. Какого хера я? Я убил. Так, не я убил, ну ладно. Ой, блин, это пока что. Да-д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 а. Главное не дать ему этот расшаманить нас. Е, голову убил. Хедшот такой еще звук. Нигде. А, прекрасно. Кашника зарядил. На, хедшот, бич. What the fuck is shit? На, капец, убил. Угу. На-на-на. Хедшот, бич! Так, возьмем. У меня броня пропала. Прям из моего туловища вышла прям бомба. Давайте с этого помочь. На, хедшот. Что-то я имер какой-то. На. Почти убили. Так, убили. Ой, куда я базуку? Опа. Много зомби что-то становится. Она сейчас залезет, нам еще будет лучше. Хедшот, бич! Он прям убил так. Эпично. Хедшот! Еще раз хедшот. Да я прям хедшотник какой-то. Еще раз хедшот, хедшот! Полностью Иген. Там что-то написано. Опа, ща банда миссион на админа. Хедшот! Блин, ладно. Тоже нормально. Хедшот, бич! Хедшот, бич! Так, еще. Так, еще. Хочу еще мясо. Хедшот. Какой это уже хедшот? Блин. На. Хедшот я сделал. И все я хитсет здесь. Ладно, не буду таким накоманским голосом говорить. Не, прям смешно, а вот. Еще раз хе. Ай-яй-яй. Так, какая там команда была? А им. Он. Ой-ой-ой. Моя дуал инфинит. Давайте до 9000 паков сыграем. Все равно я набрал уже. Это последний раунд, главное, считай. What the hell is what? What? На-на-на-на-на-на-на-на. А-ха-ха, а-ха-ха. Не, ладно, этот будет последний раунд. Невидимость исчезла. О, я был невидимым, что ли? Неведомым, что ли? Какая-то дрянь. Там взорвала баночку с Т-вирусом. Ну, короче. Ай, лалка-лалка-лалка-лалк. Ладно, давайте последим, как он играет. Тоже не знаю, но...
Прикол, вот так всех убил, да? Мастер такой, Немезида. Оказывается, один на базе стоит. АВКшек. Да, ладно, я продолжу, когда этот Немезида всех убьет. Так, и мы продолжаем снимать. Так. Я думаю, карта меняется. Давай сломаем эту кухню. Так, вот. Еще раз у меня почти 9000 хп. Ой, паков. Это последний раунд. Да. И все про меня что-то говорят. Например, говорят, что я в некоторых видео там лгал. Лгал о том, что я в некоторых видео менял IP. То есть, IP серверов, да. Вот мне в этот в комментариях напишите, какое видео там IP неправильно ввел. Могу сразу исправить, пожалуйста, напишите в комментариях. Например, я сейчас приостановил запись и зашел в группу ВКонтакте, а там тема появилась, ты лгун. И я и кто-то написал, что я неправильно IP ввел, и главный админ Рига, типа там, не знаю, что-то там сказал, да. Но я ему ответил. Можете посмотреть в моей группе ВКонтакте, будет под описанием. Да. И, пожалуйста, мне скиньте, какое видео. А, да, некоторые видео там, в некоторых видео некоторых серверов я там просто снимал, да. Но вы смотрите на дату, и может этот... А вы не задумывались, что может этот сервер закрыли, либо поменяли IP, да. Так что, когда вы пишете это, то сразу... удостоверьтесь, что вы это нормально пишете и что это все правда. А то я не знаю. За этого злюсь. А, не успел даже заорать. Так, Сэмочка тоже, в принципе, нормально ходить. Ай-яй-яй. Так. Дай 200 паков. Потом дам. А, нет, нельзя же. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. На, дабл килл. Так. На. Так, этот раунд будет просто с эмкой. Опа. Этот говнюк заметил. Так. Спаси 9000 этот аму. Так, ладно. Возьмем хотя бы какое-то оружие. А не как бомжевать. Так, возьмем это. Так, успели его убить. Глупо. А и ладно. 8885 паков, в принципе, нормально. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. А с вами был РМЗ, всем удачи и всем пока!